Слышишь? О, нет. Бум! Ага. Всем привет, дорогие друзья. С вами Виктор, это канал Витёк Плей. Мы сегодня играем в игру Minecraft Story Mode. Как кто-то написал, да тебе только в мыло играть от Telltale. Ну, собственно, вот я в него играю. В обычный Майнкрафт не играю, но вот в это смогу. Если вы поклонник Майнкрафта стандартного, пожалуйста, не судите строго эту игру, она совершенно в другом жанре сделана. Так что просто снисходительно, может быть, с улыбкой посмотрите, что же здесь нам предложили ребята из Telltale. Итак, эпизод первый, Орден Камня называется. Ну, продолжить... В принципе, изменений никаких не будет, мы будем с самого начала. Ключевое значение в этой эпизодической игре имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий героя. И постройки не вечны, так и всякая легенда, даже самая великая, со временем угасает. С каждым годом утрачиваются все больше и больше деталей, то, что остается, в конце концов, становится мифом. Говоря проще, ложь. И все же во всем известном мироздании, и в наших землях, и в чужедальних краях, легенда об Ордене Камня передается из уст в уста без сокращений, и это говорит само за себя. Воистину, лишь многострадальная земля нуждается в героях. И наша земля, к счастью, знала своих героев, хоть и давным-давно. Было их четверо. Габриэл Воин, чей меч повергал в дрожь всех противников. Элигард, инженер Красного Камня, чьи машины знаменовали собой эру изобретений. Магнус, разбойник, который направлял свою разрушительную фантазию в благое для всех русло. И Сорен, архитектор, строитель миров и глава Ордена Камня. Вместе эти четверо друзей совершили очень много и по праву снискали себе славу четырех героев. Величайшим их деянием стало опасное путешествие, предпринятое для того, чтобы сразиться с таинственным существом, драконом Грая. В конце концов, Орден Камня одержал победу, и дракон был повержен. История их завершилась, и они ушли, чтобы остаться жить в легендах. Но там, где кончается одна история, начинается другая. И с кем бы предпочла сразиться? Сотни зомби размером с курицу или с десятком кур размером с зомби? Хочу пояснить, у тебя не будет ни оружия, ни доспехов. Спасибо за подписку. Так, время на выбор ограничено, как обычно у ребят. Ну, в принципе, можем нажать пробельчик и давать немного поржем над тем, что мы видим на экране. Это я даже не знаю. Сабхайп просто. Так, так, с курами размером зомби, так, давайте тупанем. Что? А, блин, господи, Оказывается, только мышкой можно выбирать. Это всего лишь теоретический вопрос. Значит, я поставил на крышу датчик дневного света. И если я все сделал правильно, эти лампы включатся, как только свет погаснет. Мне не хотелось оставать тут Рубена одного, пока мы... Он идет с нами. Серьезно? Что за вопрос? Разумеется. Ладно, я не говорю, что его нужно брать. Не говорю, но тебе не кажется, что это несколько странно всюду таскать его с собой? Про хрюшку, что ли? Из-за него мы смотримся как, не знаю, дилетанты. Рубен мой лучший друг? Я не могу читать, я ржу. Не хочется давать людям еще один повод обозвать нас неудачниками. Мне это начинает надоедать. Это уже надоело быть посмешищем уже. Так, мы не неудачники, просто смирись с этим. Кому какое дело, что они думают. Вот, давай вот так вот ответим. Знаю, просто это умиляет. Утомляет, в смысле. Меня умиляет. Говоришь, ты неудачница, Оливия.
Fine. Ладно, хорошо. Слышишь? О, oh, no. Oh, нет. Бум! Ну и ну, вы, девчата, прямо-таки обалдели. Это было здорово. Аксель, что с тобой? Great. Замечательно, теперь я буду смердеть на Крайконе. Блин. Классная маска. Эй, правда? Да, очень правдоподобно. Ну и физиономия у вас. Принес ракеты с фейерверками? А как же, я даже кое-что для малыша принес. Ты принес Рубину маскировочный наряд? Идем на сборище, кое-кому придется нацепить костюм. Жесть какая. Но если Рубин это так довольный, хрю! Эх, трампарам-пам-пам. Ладно, успокойтесь, все нормально. Ты точно принес ракеты? Все как надо? Да, я готов. Жду вас, народ. Ух, был бы он и впрямь твоим лучшим другом, ты бы его не выпустила наружу в таком наряде. Надевать костюм на свинью небезопасно, но если опаснее пытаться его снять, но еще опаснее пытаться его снять. Поторапливайтесь, хватайте. Все, что плохо лежит. Встретимся внизу, хорошо? Давай, окей. О, нормально, используйте мышь, чтобы осматриваться. И ВСД, чтобы передвигаться. Ну, наконец-то нам дали... Жесть, конечно, Майнкрафт 3D. Ну, в принципе, он и так в 3D, но... Так, что тут? Сундук искать. Давайте посмотрим, что у нас в сундуке есть. Кремень и кресало. Не слишком. Что тут еще? Габриэл есть. Знамя. Габриэл Воин. Думаете, мы никогда не забудем столь же... Мы когда-нибудь станем столь же знаменитыми. Это вполне возможно. Может, я обрету знаменитость благодаря своей чудесной коллекции плакатов. Отлично. Я не могу, я упарываюсь с этого. Еще один сундук. Ножницы, пожалуй, возьму. Вдруг подвернется какая-нибудь овца. Шерсть можно будет состричь. А юморок-то какой, а? Прям майнкрафтовский. Так, еще одно знамя. Так, придет день, мы выиграем в строительном конкурсе. Тогда все скажут: «Эй, вон идут Джесси и Рубин, победители строительного конкурса Крайкона, им в самом деле нужно поменять мир». Хорошо, так, посмотреть в окно можно? Нет. Что здесь еще есть? Стойка для доспехов. Эту стойку я получил в подарок. Ну, у меня пока нет доспехов. Надеюсь, я их когда-нибудь раздобуду. Так, ну и с Рубином болтаем. А ну, Рубин, издай драконий рев. Сойдет. Драконий рев был просто классный. Так, ну что, получается теперь вниз? Айда в люк. Это все. Let's roll. Погнали. А я, старик, погнали. Пошли. До меня дошел интересный слушок о строительном конкурсе, но вы должны пообещать, что никому не скажете. К тому же он состоит из двух частей, одна другую интереснее. Выкладывай, Аксель. Часть первая. Специальным гостем на Крайконе в этом году будет никто иной, как Габриэль, собственной персоной. Вот это да, вторая часть. Часть вторая. Согласно моим источникам, победитель строительного конкурса получит возможность с ним встретиться. О! Так, жаль, что не все они там будут. Не такое уж и большое дело. Конечно, большое дело. О, легенда! Просто это ж человек-квадрат легенда. Мне бы очень хотелось встретиться с Габ. Да, мне бы очень хотелось. Это точно, он великолепен. Было бы чудесно увидеться с ним. Рубину лучше быть поосторожнее в таком наряде. Когда Габриэль в последний раз видел дракона, дело кончилось крайне печально. Да уж. Слушай, а это твой источник случайно изготовления плакатов ножей не занимается? Что?
Билетов нет. Вообще-то, нет у меня никакого источника, вы, девчата. В общем, ребята, давайте сосредоточимся. Нам нужно победить. Мы никогда не побеждаем. А в этом году с нами еще и Рубин. У нас практически нет шансов. Давайте ее обвиним в том, что ее вера не достает. Хоть немножко, самую малость, капельку, чуть-чуть веры, вот все, что нам нужно. А я просто изнываю от жажды. Жажды победить. Не-не-не, я с этим не согласен. Хорошо. Погоди. Мы неправильно мыслим насчет, что смысл строительного конкурса не в том, чтобы что-нибудь построить. Нужно сделать что-то такое, чтобы тебя заметили судьи. Ну ладно. Так как же мы это сделаем? Но мы просто не просто построим что-нибудь действующее, мы соорудим супер-пупер-мега-здание, закончим машину для запуска фейерверка и так далее и тому подобное. В общем, на крышу здания поставим ее, запустим фейерверк, и будет все круто. Чем говорит, чтобы впечатлить судей, нужно построить что-то... ужасающее, наверное, например, крипера. Он говорит, давай лучше эндермена построим. Ранни Крайт, эндермен, так, давайте построим крипера. Давайте просто помолчим. Давайте свинью построим. Стало быть, ты не собираешься, не хочешь высказать свое мнение или, к примеру, соображение? Значит, делаем крипера. Как думаете, у нас есть все, что нужно? Не помешало бы раздобыть, чего я не прочитал? Мы хорошо подготовились, мы не можем проиграть. Не можем, за дело! Насчет три, будь готов, не лучше, всегда готов. Нет, это то же самое. Ладно, проехали, насчет три. Все как один! Раз, два, три! Ах, какая клава, ку-ку-ку. Давай, руби дерево. Сейчас на что спорим, оно не упадет. Вниз. Жесть какая, а? Е. Ку. Е. Сюда надо Eye of the Tiger музыку впустить было. Ку-ку-ку-ку, давай, готовимся к состязанию. Так, вверх. Упс. Свинья помогает, это эпично. Так, овец стрижем. Так. Это какой-то фильм же какой-то был с этим... с Ван Дамом, там, где он дерево долбил. В конце концов, на, проломил его. Это было позитивно. Так, Витя, твой главный герой девушка, пишет мне. Оу! В этом году все будет иначе. Я готов не только строить, я готов побеждать. Знатный у вас свинья, неудачники. Ха-ха-ха, замечательно. Это Лукас со своими оцелотами. Соперничество продолжается. О, у них кожаные куртки в одном стиле и все такое. Это так классно. Так, неужто орден неудачников? Отлично, горе команда пожаловала. Лукас, get a load of these losers. Ха-ха, let's go, guys. А где русский? Имя? Привет, как дела? Эксель, нет, название команды. Имя команды? Об этом мы как-то не подумали? Мимоники Нижнего Мира, Смертники Края, Орден Свиньи. Орден Свиньи. Да, блин, выбор, конечно, серьезный. Мимоники Нижнего Мира. Да, ну давайте, наверное, маньяков сделаем. We're the Nether Maniacs. Это только что придумал? Да. Мы же никогда не бывали в Нижнем мире. Да какая во имя Нижнего мира разница? Хорошо, маньяки Нижнего мира. Ваш тент номер 5. О, отлично, мы теперь можем опять управлять.
Так, стоп, у меня почему-то для стрижки овец украли. Ножницы, так, стенд 2. Кто тут? Непонятно. Так, сундук. Ну-ка. Nope. Ничего. Так, печка. Стенд 1, стенд 3. Так, ну наш стенд номер 5, да, мне сказали? Так, группа людей. Crowded. Тупо полно людей. Хорошо, стенд 5 это наш. А что-нибудь еще интересное есть? Где-нибудь, может, потрещать надо? I don't like the look of Не this. Нравится мне это. Так, стенд номер 4 это мои соперники. Так, ну нам на пятый стенд надо, значит. Черт возьми, это что? Маяк? У них маяк, черт возьми. Чертов маяк? Это витражное стекло. Они не просто маяк строят. Они строят радужный маяк. Да чего вы беспокоитесь? У нас еще круче. Да кого мы хотим одурачить? У нас ничего нет. У нас есть живой талисман. Какой? Нам, пожалуй, не следует на них ориентироваться. Ха-ха, гляньте-ка, орден неудачников снова. Точно подмечено, Джилл. Мы просто смотрим. У вас у всех еще будет время досмотреться, когда наше сооружение выиграет конкурс. Так. На Крайкен запрещается брать еду и свиней. Я про вашего поросенка. Рубин не еда. Неужели я обманулся? А с виду такой аппетитный? Странноватый комплимент. Сначала тебе придется сожрать меня. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Хватит время зря терять, Айден. Нам работать пора. Повезло вам. Я занят. Так, эй, Джесси, ребят. Здорово, Петра. Как идут дела? Время покажет. Настроены мы оптимистично. Петра, забыл поблагодарить тебя за звезду Нижнего мира. Привет, Лукас. Да, нет проблем. Помогал этим ребятам за хорошую плату. Я любому помогу. Если вам что-нибудь понадобится, вы знаете, где меня найти. Никто из нас не знает, где тебя искать. Вот именно. Yes. Без обид, ребята. Если у вас нет претензий, так, ну почему вам не оставить неприязнь? Знаете, давайте лучше думать о том, да что ж такое, я не успел прочитать. Так, пусть победит сильнейший. А Петра-то рыжая. А рыжие, они всегда такие хитрые, что пипец. Так, дамы и господа, добро пожаловать на строительный конкурс Крайкона. Победители в нынешнем конкурсе смогут выставить свои сооружения на Крайконе, а кроме того, получат возможность лично встретиться с Габриэлем Воином. Оцелоты! Оцелоты! Ого! Рукопожатие! У нас нет рукопожатия! Нет, так придумаем. Назовем его... Хватка беспредельщика! Давай! Чё, нет? Какие-то у них мины постные. Никто не запомнит этого! Огонь вообще. Don't talk like that. Не стоит, мы справимся. Просто следуй плану, и все будет хорошо. В этом году маньяки Нижнего мира проиграть не могут. Гриффер-граб! За дело! Итак, строительство начинается. Давай. О, ничего себе! Фейерверк-метатель, как страшно! Занимайся своей постройкой, а мы будем заниматься своей. Так, что мы собрали? Ого! Как они быстро строят! Ого! Так. Никто еще ничего не успел построить. Давай, дергай ручку. И вот момент истины. Никакого толку.
Ого, классно смотрится. Победа наверняка будет за нами. Определенно, Крипер был правильным выбором. Ребята, на нас смотрят люди. Хорошая постройка, старик. Что? Не может быть. Это же просто куча крашеной шерсти. Упс. О нет, Рубин горит. Рубин, нет, вернись. Все из-за Айдена. Она уничтожит постройку. Рубин потеряется. Слушайте, ну это просто пародия на одновременно на Майнкрафт и на все игры от Telltale. Мне нужно спасти либо постройку, либо свинью. Это гениально. Ну же, помогите мне найти Рубина, оставайтесь здесь, спасайте машину. Чу машину, постройку. Так, ну ладно, свинья далеко не убежит, я думаю. Нет, я не могу бросить эту свинку. Я пойду свинку искать, ребят, извините. Надо догнать Рубина. Бам! Нифига себе сальто. Мы пойдем за тобой. Давай, беги. Эх, бедный Крипер. Сгорел. Я нигде его не вижу. Рубин! Солнце заходит, нужно найти его и поскорее. То он мог куда угодно пойти, а лес здесь обширный. Будет больше шансов его найти, если разделимся. Если кто-нибудь из вас заблудится, ориентируйтесь по огням. Не успел прочитать, по каким огням. Рубин? Where are you? Just give me an oink if you can hear me. Рубин, хрюкни, чтобы я мог тебя услышать. Just oink if you can hear me. Просто хрюкни, так, следы копыт. Вот это туда типа надо идти, да? Что здесь? Дуб. На нем что? Кто-то его добывал. Нет? Может это Рубин? Он там кумарит, что ли? Не, Рубин, наверное, все-таки по копытам по своим побежал. Ну-ка. А, можно шифтом бегать еще. Крутяк. Рубин, это темнота, мне не по душе. Рубин, where are you, buddy? Рубин, где же ты? Я слышу каких-то свиней. These definitely belong to a pig. There's no way Ruben made these on his own. Так, там какая-то морковка. Пойдем к морковке сходим. Так, подобрать морковь. Эй, Рубин, у меня для тебя морковка. Где ты, дружок? Чувак, это не морковка, это сборище пикселей. Жесть вообще, конечно. Опа-на. Рубин, ты там? Да нет, ну вообще-то он в черном костюме. Так, следы вроде бы есть. Будь неладны, эти свиньи. Рубин, да не выреб свиньи. Всем свиньям заткнуться, Рубин, говори. Может, он в кустах? О, господи, боже мой! Я чуть не отложил кирпич. Страшная курица какая, а? Куда дальше надо идти, наверное, да? Рубин, тут страшно. Сейчас зомбарь какой-нибудь выскочит наверняка. Рубин? Рубин? Хрюкает что-то где-то. Тлеющий костюм. Ага. Это костюм. Рубин. Рубин. О нет, ты там, дружок. Дружок. Поднять крыло. О боже, пожалуйста, не поджарься, Рубин.
Нет. Ух. Затоптать. Так, это просто костюм, ребят. А где же сама свинья? Рубен! А где-то что-то хрюкает, возможно, вон там. Can you hear me, boy? Так, так, так. Говорит, слышишь меня, мальчик? Yeah. Ох ты ж! Паук. Рубен, is that you? Рубен, это ты? Пишут, что это сокровищница. Mm. Угу, опять кусты. Там опять курица наверняка. Там кто-то есть. Сейчас что-то будет. Рубен! Рубен! Вот ты где! Hey, buddy, you want a carrot? Эй, дружок, хочешь морковку? Так. Oh, I'm so happy to see you. О, как я рад тебя видеть. О-оу. Зомбик. Хе-хе. Они идут к нам. Хватай Рубена. Рубен, и побежали. What? Рубен, беги. Рубен. Давай. Ух, похоже, у нас неплохо получилось. Бежим. Эти еще и взрываются. Кажется, добрались. Блин. Скелетные ручки. Так. Что? Что происходит? Они идут к нам. Что делать? О, у меня меч есть, оказывается. Прикиньте. Больно. Назад. Назад, я сказал. Держись сзади. Все будет нормально. Оба-на. Вот это я крутой. Так. Кого, правого или левого? Давай, правого. Вот так вот, на. Ну, подойди, подойди ко мне. Опа! О, убил. На! О, меч сломался. Блин, косяк. Это был деревянный меч. Дурацкие деревянные мечи. Так. Крю! Крю! Опа! Знаю, что плохо. Что-нибудь придумаем. Так. Беги, я их отвлеку. Встретимся в городе, обещаю. Класси ноги, живо. Ни хрена себе. Ну-ка слезь с меня, отвяжись. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку, блин. Я сразу вспоминаю ходячих мертвецов, которых я проходил. Один в один. Только здесь пиксели побольше чуть-чуть. Что, опять? О, ты смотри, это Ира. Киркой заковыряла его. Давай, беремся отсюда. Фух. Она нас спасла. Классно, слушайте, прикольно. Хочу кое-что тебе показать. Туннель, конечно, довольно хорош. Даже освещение кое-какое-никакое. А что ты мне хочешь показать? Осторожно, Джесси. Ты же не хочешь завоевать репутацию чего-то там. Ты когда-нибудь видел череп иссушителя прямиком из Нижнего мира? Ты первый, кому я это показываю. Вообще-то это он. Ну, перевод, конечно, меня прикалывает. Так, это безумие Петра, ничего особенного. Из этого старого пыльного черепа нужно было рисковать жизнью? Нет, я рисковал жизнью ради вещи, которую собирался обменять на старый пыльный череп.
На Крайконе я должна встретиться с одним парнем. Он готов обменять череп на бриллиант. А почему сам за ним не отправился? Он из тех, у кого на такие дела нет времени. Какой он, расскажи. Ну, он ценит хорошо проделанную работу. Ого! О, что? За один день ты проникла в Нижний мир, убила скелета из сушителя? Я, конечно, тоже построила превосходнейшую статую, но, наверное, здорово было бы быть на твоем месте. Знаешь, ты могла бы пойти со мной. Почему она говорит мужским голосом? Вообще-то, если так... Да, я в твоем распоряжении. Хочешь, чтобы я? Чтобы я пошла с тобой? Считай это актом благодарности. Буду считать это всем, чем только пожелаешь, если и в самом деле пойду с тобой. Я просто не успеваю переделывать на мужской рот, так что пусть будет она. Зачем, говорит, здесь верстак? Ну, иногда пригождается. Как раз уж твой деревянный меч сломался, ты подаришь мне новый? Лучше. Ты сама его сделаешь. Палка и два камня, вот тебе и меч. Так, сундук. Ха-ха, сейчас будем делать. Бери все, что нужно. А, ладно, спасибо. Эй, это все твое? Нет, мы просто поворовываем всякое, кто появляет глупость, оставляя здесь свои вещи. Ну, конечно же, это мое. Я просто уточнил. А, вот то, что нужно. Джекпот. Так, щелкните ингредиент, чтобы выбрать его. Повторным щелчком разместить его на верстаке. Слушайте, ребят, ну я, конечно, в Майнкрафт не играл. Я видел, как играют, но сам я этого не делал. Так, вот у меня есть рецепт. Сейчас я, ребят, закрафчу что-нибудь. Пыч. Пыч. Крафт вообще зашибенный. Видишь? Лучше всегда делать самой. Палка и два камня мне подсказывают в чате. Ну, дед, для таких же, как я, понимаете, все предусмотрено. Глянь, Крайкон весь так и сияет. Вот незадача. Похоже, Лукас и его оцелоты опять победили. Сочувствую, Джесси. Но признайся, маяк и впрямь смотрится очень мило. Ну да, ну да. Ну, мне хотелось, чтобы в этом году мы наконец-то проучили этого типа. Знаешь, может, Лукасу и не откажешь в высокомерии, но он... В общем, в разных ситуациях... В общем, защищает его. В общем, защищает его, говорит, что в нем есть и хорошие стороны. Я хочу сказать, что если повстречаешь его на Крайконе, попробуй с ним поговорить. Петра, не надо мне читать лекцию об эффективности сотрудничества. А как насчет лекции об эффективности моих кулачков? Она короткая, зато смертельная. Давай-ка, спешим. Помнишь, какой был Крайкон, когда здесь еще не было так круто? Помнишь, какими были мы, когда еще не было такими крутыми? Ха-ха. Что-то они клеятся друг к другу, что ли, я не понял. О, ни хрена себе. Криперы! Ой, зомбаки сзади. И криперы там сзади тоже. Стоп, они ж мост взорвут. Кажется, дело плохо. Пора прыгать вниз. Что ж, с этого моста есть лишь один путь. Так или иначе, мы сделаем это вместе. Допрыгаем. Telltale Games представляет совместно с Mojang Minecraft Story Mode. Авторы сюжета, режиссеры Деннис Ленорд, Грэхэм, что-то там. Ха, летит, летит рядом, смотри. Курятина, привет. Охренеть. Хореография. А у кубиков есть хореография, ребят. Fur!
Жжет, жжет. Ты не в курсе, надо нырять в воду, а не шлепаться о ее поверхность. Соберись и следуй за мной. Ох, это было эпично, ребята. Да, знаете, если увидишь где-нибудь Рубина. Должно быть где-то здесь. Надеюсь, ты права. Так, во время проведения сделки разговаривать буду я, хорошо? Не хочу, чтобы что-то произошло не так. Ну, в общем, кто-нибудь что-нибудь испортил. Так, ребят, я думаю, как раз-таки самое время сделать нам с вами остановочку. Игра, конечно, классная и прикольная, но, к сожалению, мы уже в такое позднее время ее записываем, что... надо бы остановиться. Как вы поняли, я в Майнкрафт не сильный игрок, точнее говоря, я в него вообще не играл. Но, как я в самом начале сказал, игра по мотивам Майнкрафта, но по сути это смешные приключения квадратных человечков. Так что, если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании читайте ссылочку на плейлист, ищите, точнее говоря, не читайте ее. Ну, а я буду ждать вас в следующей серии. Игра, кстати, разбита на несколько эпизодов. Сейчас выпущен только первый, соответственно, по мере выхода новых эпизодов. Но я думаю, буду ее проходить, потому что она реально ржачная. Тут просто посмеяться от души. Надеюсь, вы тоже смеялись. Всем до встречи. Пока-пока.